Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Resident Evil 4 HD проект. Следующее у нас дополнение под названием задание Эйды. У нас это последнее дополнение осталось, потому что, как я и говорил, наемники я делать не буду. Насчет отчет Эйды мы посмотрим потом. И видеогалерею мы тоже чекнем потом, когда пройдем уже игру. Посмотрим, что представляет из себя задание Эйды прямо сейчас. Давайте пойдемте. Ну пойдемте начать игру. Там вы заметили, нету кнопки загрузить. Что-то мне это не нравится вообще, упор. Образился в тебе? Еще нет. Были неприятности? Садлер, ты знаешь. Ах, вертолет заберет тебя на условленном месте, как и договорились. Я пройду туда. Садлер? Да, что, простите, цель миссии — собрать 5 образцов существ Лас Плагас и прийти на место встречи. А, мы тут были, статика. Первое наше появление на этом острове. Вот здесь лодка была, Эйда куда-то туда улетела. Ну да, мы были здесь. Ну пойдемте, что у нас? Ну, я бы сказал бы так себе. Но сохранения здесь нету, что мне вообще в упор не нравится. Ну, как можно было судить по начальной загрузке. Здесь нету печатных машинок или что-то в этом духе. И это очень плохо. Вот как насчет магазина, вот это еще вопрос. Я хочу закупиться с чем-нибудь. Нафигеть. Ну вообще дохнут они быстро. И, Садька, как я понял, это что-то вроде другой параллельной вселенной. Так, по сюжету мне туда. Ну вообще, по сюжету мне наверх. Ноуклипа здесь нет, так что не пойдем мы туда. Ну как бы, возможно, он здесь есть, но мы не будем им пользоваться, да, ребят? Зачем нам? Зачем нам пользоваться ноуклипами? Это нечестно. А мы же за честную игру, ребят, да? Так. Микстурка. Как я понял, зеленую и желтую можно тоже соединять, ее будет прокачивать здоровье. Тоже. Так что берите на заметку, кто будет проходить данную игру. Потому что да, я узнал, когда начинал проходить игру, я только знал про то, что можно соединить все три травы и... Можно будет прокачать себе здоровье. Про то, что можно зеленый и желтый было просто соединять и... Она прокачивала тоже здоровье. Про это я не знал. Ну да, мне вот наверх. Угу. Вижу, по-моему, мне там придется проходить. Ну вообще здесь они по сути быстро дохнут. Ну не знаю, лично мне так кажется. Так, придется взять это, потому что патрон там, ну, нету. И возможно мне придется так и так подниматься сюда, чтобы дверь открыть. Не, ну это правда, что-то вроде параллельной вселенной, потому что у Эйды здесь другой костюм.
Да ёб твою мать! Это чё за говно? Да, кстати, видите? Блять, сколько вас там ползет, камон! Камон! Ой! Патрон-то у меня больше нету, ребят. Но они там еще бегут. Так, ладно, пусть бежит за мной, я хочу пойти и забрать патроны. Блять, с него больше нету. Ничего, блять. Долго я отсутствовал. Давайте уже добьем их. Так. С патрон. Угу, я тебе... Думаешь, дам себе блять, врезать мне? Мне... В твоих мечтах, блять. Блять, жалко, я с него не забрал. С него, по-моему, деньги. У нас вообще сейчас ноль денег. Что обидно вообще. Ну, Саська, мы видели низ, когда он там были. Но там внизу нечего делать. Так, можно и туда, и сюда. Ладно, я понял. Чё здесь? Я его вообще не видел. Где-то здесь лежало, блядь. А я не увидел. Ладно, поднимаемся. Здесь, наверное, от А до Я нужно дойти, ни разу не умерев. Блять, ну это, знаете-ка, нелегко. Ненавижу, когда у них из головы вылезает вот эта, блядь, мразота. Да ёб твою мать! Так, оттуда я вылез, да? Вот, мы внизу, Сатика, были. А, в оригинале, когда мы проходили, надо было вот эти использовать, чтобы открыть эту дверь. А здесь ее сами открыли. Так. И давайте, пожалуй, назад отойдем. Что вы простые? Надо подальше вряд ли отойти. Там было в прошлый раз сокровище. Чего? Опа. Здесь она также умеет. Походу мы ничего не будем продавать здесь.
и покупать. Как я понял, магазинов здесь нету. Ну, потому что, ну, ни одного не встретил. Возможно, дальше по сюжету будет. Так. О, Сатика, смотрите-ка, можно сразу все три объединить. Эффект будет тот же, я думаю. Даже по... Ты чё, офигел? Братюнь, нельзя нападать на даму. Она же может пиздюлей дать. Пусть он еще раз кинет. Ну, зажжет хотя бы. Пока подлечиться не будем. Потому что это бесполезно. А так, вообще мне наверх, но я сначала схожу... Вот по этой дорожке. Идем туда, забираем все, что есть. Офигенно, здесь больше ничего нет. Зря я вообще поднимался сюда. Я уже готов просто встречать их. Да ёб твою мать! А где меня выкинут? Пожалуйста, только не в самом начале, я вас... Ладно, хоть так, есть какие-то контрольные точки, что мне несказанно радует. Ну, в реале, ребята, это очень вообще хорошая новость. Так. Зря, возможно, но ладно. Но с него ничего не выпало. Подходить близко к таким лучше я не советую, ребят. Как все поняли, они бьют не кисло. Так, патрон для пистолета. Пока будем подбирать патрон для пистолета, потом ими пользоваться. Кто-то что-то хотел, но я не пойму, кто что. Сейчас заодно выясним, здесь рандомно появляются вещи или нет. Нет. В таких сундуках они уже заложены. Так, отлично. Блять! Ну не пугай ты меня так, пожалуйста. На пистолет 45 патронов подобрали. Не кисло, согласитесь. Так, давайте-ка я... Давайте воспользуемся...
потому что с дальних расстояний это хорошая вещь. Это падла еще где-то стреляет, прикиньте. Бля, да иди ты нахрен! Снайперка у нее просто пиздец отстойная. Блять, ну ладно, давайте используем. Кстати, я не заметил, поднимает ли здоровье. Я не могу, блять! Она не успевает, блять, нормально выстрелить ее еще раз. Офигенно. У меня под... Чего? Ча-ча-ча-ча! Микстурка, отлично. Мне нравится несказанно. Так, сколько у меня еще патрон? 40 вообще всего. Так, красненькая. Отличненькая. Я знаю, где еще есть красненькая. Давайте сбегаем за ней. Ну потому что лучше будет, чем ее не будет, согласитесь. Как говорится, лучше это будет, чем этого не будет. А, ну вот, желтая прям. Я тут думал, здесь красная. Объединяем. Дипломат маленький, и я не знаю, можно ли вот здесь, кстати, улучшить. Так, одно было здесь, да, это правильно. Второе. А второе где-то там вдалеке. Или не в этой пещере это было. Ну ладно, проехали. Блять, я заблудился. Ну бывает, что-то сказать. Это жизненно. Да я слышу тебя, слышу. 25 патронов еще подобрал. Давайте так, чисто на всякий пожарный перезаряжу. Вдруг, ну, понравится. Понадобится. Не то вообще сказал. Ух ты, мудила, блядь, бесполезная, блядь. Я смотрю, ты точно, блядь. Пистолет может быть мощным. Блять, ничего нету с них. Так. Блять, здесь ничего нету. Что у нас по карте? А по карте мне сюда. Ну мы, кстати, здесь были. Здесь вот продавец был. Объединяем. И две микстурки готовых. Ну, одна из них спрей, вторая полная микстурка. Откуда вы? Так, давайте на них используем. Так, хорошо. А второй где? Здесь патрон на пистолет, отлично. Чел, а ты понимаешь, что ты, ну, стрелял как бы в стенку, не? Чё здесь? Отлично, просто 20 патронов уже. А, да ладно, здесь можно подняться. А чё я в оригинале этого не видел? Может, в оригинале этого и не было? Но здесь можно подняться.
Жалко, вон туда не уйти. Может, можно здесь, может, есть лестница. А, мне так и так туда, да? Это по сюжету. А что это за дверка? Дверь закрыта, нужно найти какой-то другой вход в комплекс. А, все ясно. Я понял вас. Если что, ребят, я буду делить серию, если оно уйдет на 1.5 часа, например. Ну, потому что здесь нету такого, что... Это главы... Ну, пока, кстати, глава еще не закончилась. Хотя, по-моему, задание за Эйдой мы выполняли, она уже должна была бы закончиться. По-моему. Так, смотрите-ка, есть сокровища. Так, туда мне по сюжету. Регенераторов, я надеюсь, здесь не будет. Так. Они, походу, не уйдут. Они не пойдут просто за мной. Так. Так, ну окей. Ну чё с себя, ничего? С того тоже, я смотрю, ничего. Опа. Да ёб твою мать, я думал там что-то интересное. Так. Слушай, я не помню, в 5-й части были сокровища? Ну, блин, не сокровища, а то, что можно купить, продать, по-моему, было. Не помню. Вообще, в упор. Там можно, ну, вот, закупаться в 5-й части. Вообще, не могу сейчас вспомнить, можно или не можно. Ну ладно, потом узнаем. Ну все, это мы взяли. Здесь, кстати, регенератор висел. А может это вообще, это, когда Эйда сюда приехала, вот так вот было, она где-то была. Хотя, мне кажется, это другая параллельная вселенная. А ради сокровища я сюда пришел, так что нам вот сюда. Так. Так, и что это? Один, два, три, четыре, ну пять. Да, все, это последняя локация, как я понял. После этого надо будет уйти. И сейчас меня здесь встретят, да? Туда пока я не пойду. Потому что туда дальше по сюжету, получается, надо идти. Тогда что там внизу? Надо будет сбегать. Соська, я не понял, когда я успел взять ТМПшку. Опа. Хоть посмотрим, что у нас там. Спорим, там текстурок нету. Там тупо ну, не прозрачные они. А, просто там нельзя походить. Так, и еще раз берем. Сколько максимум? Да почему у всех у них по 100 максимум? Это, знаете, обидно. Получается, да. Уходим нахрен.
Так. Если меня не поглючил, там еще был один чел. И вообще, давайте от граната вообще избавимся. Так, это я принимаю сейчас. Ну потому что, блядь, я ими не пользуюсь. А место, я как понял, мне сейчас надо будет, потому что вот, смотрите. Сейчас, я... Вот. Видите вот это? Осмотреть. И вот это образец плаги. И вот его надо будет. Вот, идеально. Потому что, ну блин, гранатами я не пользуюсь. Во-вторых, я, ну, продавать их не буду, потому что магазинов здесь вряд ли есть. Ну, ни разу еще не встречал. Выбросить? Да. Да, меня не поглючил, здесь тоже кто-то был. Это у кого здесь было? У него? Так, посмотрим. Забрали. Что у меня? Да, вот. И смотрите, если бы я этого не сделал, у меня бы просто места бы тупо не было бы. Блин, извини, микрофончик ударил его мизинчиком своим. Так. О, да, я как раз хотел узнать. Я услышал просто сзади еле-еле. Оу! Так. Опять граната. Так. Пистолет берем, перезаряжаем. И подлечиваемся вот этим. Хоть здоровье будет побольше. Ну здесь, кстати, я заметил, проще прокачивать здоровье. И куда это я поднимусь? Давайте сначала вниз спустимся, посмотрим, что там. Ну не просто так дают локацию, да? По сюжету не надо сюда. Хоть патронами, ну, наберемся. Я надеюсь, что здесь патроны валяются. Так, ладно, идем. Сюда мне можно? Тоже закрыто. По-моему, по сюжету мы пришли вот с этой двери, да, вот. Мы с этой двери пришли и вот поднимались наверх. Тогда давайте проверим, что, ну, наверху. Ага. Все ясно.
Идем тогда по сюжету. Потому что, ну, мы везде побывали. Здесь, кстати, как ключ карты не надо искать. Это офигенный плюс. Так, это мусорка. Я ее так буду называть. Там, где мы с Сэшей вниз прыгали. Нельзя. Жалко. Не, ну идите вы в сральню. Бля, пиздец, а не миссия. Я просто в ахуе. Я надеюсь, здесь был чекпоинт. Ну да. Ну давайте хоть раз воспользуемся. Нет, с вами я так разберусь. В этот раз что-то упадет с вас? Угу, мечта. Тут еще 5 патрон дали мне на снайперку. Восемьдесят патрон, да ладно. И давайте-ка я воспользуюсь вот этим. Так, и сейчас скоро дойдем до третьей. Останется после этого две и... А что это за место? Что-то знакомо. Я надеюсь, не будет здесь финального босса. Вот, мы туда потом спрыгнули. Ну сейчас не видно. Опа. Вот когда бывает такое, что смотришь сюда. Ну просто так, чисто посмотреть. Что внизу, и бах, видишь, что вот там лежит. Вот если бы я не смотрел бы вниз, я бы не нашел бы. Я вот уверен. Я остался бы она за кадром. Опять 25. Они заперли дверь. Угу. Пока не нажимаем на кнопку. Пока лучше все собрать. Да ладно, шкафчики вообще что ли не открываются? Ладно, давай. Да. Ёб твою мать. Еще десяточка.
Пистолет здесь очень хорош. Это Black Tail, если... А, это даже Каратель. Ну, Каратель вообще нам давали по сюжету бесплатно. По-моему, Каратель давали. Когда мы все медальоны находили. Ну, блядь, их чё надо на мистурка готова? Пока не используем. Ну давайте используем гранату А то вообще не используем, что они будут валяться. Здесь вообще изначально Эшли держали. В заложниках, кто помнит. Так, уже почти 200 патронов у меня. Отлично! Идем дальше. Я это уже говорил, но я еще раз скажу, что в этой серии я все закончу. Блин, что-то вообще не тянет сейчас заканчивать. Да и кажется, мне мало записали мы еще. Опять дали, вот, блядь, ну, да камон. И ничего нету. Посмотрим, с чем я могу что объединить. И только так. Ага. Я, простите, не уследил за здоровьем. Это уже, по-моему, моя третья смерть. Что-то, блядь, жестко я тут дохну. Да вы чё, блядь, угораете? О, да. Ну, это дополнение посложнее будет. Так. У этого зеленой травы нету. Вообще-то она есть. Не надо мне врать. Я вспомню, что она здесь лежала. Так, понял. Пусть идут сами. Ага.
Давай уже умирай, надоел. Но он не хочет умирать. Давай, сейчас патроны исчезнут. Перезарядим. Ну вообще здесь работает так же, как и работало в оригинале. Стреляйте где голова, и все будет отлично. Так. Все правильно иду. Ну, мне это нравится. Вот подлянку устроил. Можно зайти отсюда. А, надо только так и заходить туда. А вот и желтая травка. Пока не используем, чуть позже это все. Главное мне не забыть это использовать. Так, хорошо. Это что еще забыл за звук? Че? Панель управления? Больше нет смысла использовать. Она так еще удивлена. Удивленная это все сказала. Образец где-то тут, но пока я его не буду доставать. Давайте быстрее все это сделаем. Блять, много патрон дают. Вам не кажется? Ну уже 75 патрон здесь. Сколько максимум? 12. Получается, 2 патрона осталось. Так. Так. Это что за говно, блядь? Мне просто дали еще микстурку. У меня 6 аптек, прикиньте, 6. И 4 из них мне восстановят, ну, сделают больше здоровья. Мне это несказанно, блин, радует. Так, я понимаю, вот он. Что микстурка тут, но я хочу сначала все собрать. Четвертый. Принят образец Last Plague. Да? Так. Я знаю, как отключить это. Знаете, как я догадался? А дело в том, что вот здесь что-то было такое. Да?
Да ладно. А я не зря обратил на это внимание в прошлый раз. Не зря тут много патрон дали. Так. Отойдем подальше. И приготовимся. Так, здесь патроны у него. Давайте перезаряжу. Так, 10 патрон здесь. 10 патрон здесь. Полтинник тут. И я думаю, давайте-ка я использую вот это. Все-таки прокачаем здоровье. Да что-то вообще дают много патронов для пистолета-пулемета. Так. Так, здесь я был. Ну там мы тоже были, статика. По сюжету. Здесь магазин был, помните, я сюда приходил, закупался наверх, поднимался и... По-моему, все. Что мне делать? Так, главное просто успевать вовремя. Блять. Возьму-ка я попробую вот это. Да ёб твою мать. Просто пиздец, что это за говно такое? Да ёб твою мать! Да как так-то? Только что, блядь, использовал. Да ёб твою мать! Это не пусто, это какое-то говно, блядь. Другим способом, как его одолеть, я не знаю, блядь. Да ёб твою мать!
Спасибо. Ладно, используем вот это. Блять, я не успеваю попадать-то по нему. Да ёб твою мать, я не успеваю просто. Мне даже ну не выстрелить. Ёб твою мать, как это сложно-то было. У меня патрон просто нету. Я подлечусь вот так вот. Всё. Этот образец был у него. Получается, он был просто наверху. Фу, вот это босс финальный. Опять с краузером пришлось драться. Какой-то, по-моему, краузер здесь вообще главный босс. Что в оригинале мы с ней... он был боссом. Ну, не главным боссом, но все-таки. В дополнение заданий про Эйды, ну вот, вот эти сейчас. Здесь он. И еще разные пути тоже. За Эйду, когда мы играли, он тоже был боссом. Так, давайте-ка я пройдусь. И вон там мы где-то везде бегали, да, получается? Ага, вот в том здании. А, здесь ничего нету интересного, я-то думал. Ну все. Пунктуальность, мне это нравится. Краузер с тобой? Он мертв. Очень жаль, но в конце концов он был всего лишь расходным материалом. И благодаря тебе мы стали на шаг ближе к возрождению Амбреллы. А когда это случится, в мире произойдет большие изменения. Да, это параллельная вселенная. А сегмент Эйда. И что? А, ну это все титр, можно пропускать. Смотреть концовку еще раз? Чего? А, да ёб твою мать, я опять нажал. Нет. Так вот, начни игру, выбрав другие пути. Вы сможете купить у торговца цыганский пулемет. Ну ладно. Сейчас заодно быстренько чекнем, что это там за отчет Эйды. Если это задание, то я его сделаю в другой раз. А, все, я понял, что это за отчет. И давайте посмотрим быстренько галерею тогда. Наемники чекать мы вряд ли будем. Что-то нет желания, так вот. Ага, список глав. Ну вот, смотрите-ка. Здесь мы можем выбрать определенную главу и выполнить ее, как бы, как я понимаю, да? Разные пути.
Ну да. Ну, возможно, даже это просто видосики и просто и все. Ну, наемники я чекать не буду, потому что, блин, это бесполезно. Это бесполезное вообще. Блять. Там тупо идешь и мучишь всех подряд. Так, чтобы это не высвечивалось. Команда Xbox 360 версии. Пока. И здесь, кстати, кто может теперь выбрать специалист. Вы понимаете, мне было тяжело, например, проходить на среднем иногда. На специалисте это я буду вообще бомбить. Ну пофиг вообще на это. Так что с Резидентом 4 мы закончили полностью. Прошли все, что возможно. Вообще все. Ну, наемники делать я не буду, это вы сами понимаете почему, потому что там тупо берешь, выбираешь себе персонажа и идешь просто мочишь всех подряд. Хотя мы и так всю сюжетку делали, но тут в реале просто пришел, всех снес, получил какого-то нового персонажа, я это видел просто уже. И все. Офигенно, просто офигенно. Мне лично это не понравилось, и я не хочу это, ну, сейчас играть вообще. Ну, я как бы увидел на Ютубе, что это за наемник, и мне это вообще не понравилось. Вам, возможно, это нравится, мне лично нет, и даже я прикасаться не буду к этим наемникам. Увидимся мы еще в других частях Резидента, четвертый мы только что прошли, пятом, шестом, Revelation и второй части Revelation 2. Ну, и потом будет седьмая часть Резидента. Он у меня, конечно, есть на канале, но его надо будет перезаписывать. Там куча было проблем. Там рассинхрон, там, по-моему, нету даже одной серии. Решил я перезаписать это. И Хитманом перезапишем скоро. Ну, как бы так. И вторую часть ремейка мы тоже поиграем. Я очень хочу этого, поиграть в ремейк второй части. Потому что в демо, вы помните, поиграли, мне очень понравилось, дух хорошо передан по второй части, но он даже лучше получился, я считаю. Ладно, не будем долго мельтешить, потому что, возможно, и так уже час записываю, так что увидимся мы в других прохождениях. Так что, если вам понравился ролик, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем удачи и до скорой встречи!